Меня зовут Новосельцев Дмитрий Вячеславович. Я живу в Санкт-Петербурге, мне 51 год. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Являюсь членом Совета директоров группы компаний «Чистые технологии» и председателем Совета директоров Первой академии недвижимости, агентства, которое занимается девелоперской и риэлторской деятельностью. Мой образ жизни весьма напряженный, приходится очень много работать, принимать подчас судьбоносных решений. Все это, естественно, сказывается на состоянии нервной системы и косвенно отражается на состоянии здоровья. И вот для того, чтобы поддерживать себя в отличной работоспособной форме, а именно спать по 6 часов, даже по 5,5, работать практически по 14 часов в день и сохранять при этом отличную, так сказать, форму и настроение, и работоспособность, и здоровье, я пользуюсь продукцией компании «Сантегра» и выбрал для себя программу, которая, собственно, рекомендована известным специалистом в области медицины в Петербурге, военной медицинской академии, Новицким Альбертом Александровичем. Это программа, которая должна помочь организму противостоять нарушениям обменных процессов, развитию метаболического синдрома, ну и, собственно, процессов старения. Программа очень простая, я ей пользуюсь уже долгие годы. В нее входит несколько продуктов. Первый – это витаминный комплекс «Алтивит». Второе – это формула Fish Oil GP, содержащая полинасыщенные жирные кислоты, что позволяет, опять же, противостоять развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, атеросклероза. Ну, а также это формула, которая способствует профилактике развития аутоиммунных заболеваний. И формула лецитин, которая очень помогает поддерживать в работоспособном состоянии нервную систему. Вот эти три основных продукта я пользуюсь уже долгие годы и считаю, что они позволяют мне выглядеть моложе моих лет и решать подчас сложнейшие задачи, которые в некоторых компаниях под силам решить целой группе лиц. А я один выполняю эту работу, и компании, которыми я руковожу и владею, являются сегодня успешными компаниями на рынке России. Я считаю, что жизнь современного человека невозможна без дополнительного питания к основной пище. Конечно, этим питанием должны быть биологически активные добавки. Сегодня их на рынке очень много, и нужно для себя выбрать компанию, которая бы соответствовала по уровню качества, да, и по регалиям, рейтингу, которые соответствуют и подтверждают безупречное качество продукции, поскольку это все связано со здоровьем. Поэтому я советую сделать правильный выбор. Свой выбор я сделал и рекомендую всем следовать моему примеру, пользоваться продукцией компании «Сантегра».